Старыми останутся только стены, но их будет не узнать. Капитальные ремонты школ в городском округе Люберцы идут полным ходом. Это было одним из главных наказов избирателей в предвыборной кампании «Единой России». Именно поэтому депутаты Московской областной думы держат его на особом контроле. На стройплощадке в гимназии номер один около 100 строителей работают в две смены. Совсем скоро ведут третью, ночную. А все потому, что обновленная гимназия должна принять учеников уже 1 сентября. Мы стараемся основные шумные работы все-таки делать в дневное время, да, чтобы не мешать жителям окрестных домов. Но ночью могут работать инженеры, ночью могут прокладывать кабельные системы и вести еще целый ряд работ. Гимназия построена в 1936 году. Степень износа здания составляла 86%. Здесь полностью обновят кровлю и фасад, укрепят фундамент и заменят перекрытие. Темп строительства ежедневно контролируется. На каждом объекте есть мониторинговая группа контроля. Она формируется из депутатского корпуса, Московской областной думы, Государственной думы и местных советов депутатов. Обязательно родительская общественность. Сейчас в Люберцах идет капитальный ремонт в трех образовательных учреждениях. Кроме первой гимназии обновят шестую школу и 12-й детский сад. Перед открытием их оснастят согласно современным стандартам образования. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.